Всех приветствую, с вами Валерия. И у меня для вас сегодня мини-коллекция винтажных украшений из фарфора. Они все были сделаны в Англии в середине прошлого столетия. И вообще, что о них нужно знать, о таких фарфоровых украшениях. Все они появились в послевоенное время, когда требовалось что-то новое, свежее, что смогло бы поднять настроение и оживить дух в такой сложный, тяжелый период. Миниатюрные яркие броши, также были булавки, клипсы, кулоны и целые гарнитуры, должны были приободрить сердца женщин в послевоенные годы, что, как я уверена, им прекрасно удавалось, потому что, взглянув на них, невозможно удержаться от улыбки и восхищения. История показывает, что английских фабрик, которые производили такие изделия, было не так уж и много, не более 10-15. И выпускали они украшения вплоть до середины 60-х годов. А одной из отличительных черт таких украшений является то, что они изготавливались из костяного фарфора. А этот вид фарфора, он отличался особой белизной и тонкостенностью. Интересно также, что оттенки, посмотрите, чудесно сохранились. А это значит, что производители очень ответственно относились к изготовлению таких изделий, как и к своей качественной английской посуде. Иначе степень обжига и характеристики глазури дали слабину и не радовали бы нас уже изобилием таких тонов спустя 50-60 лет, даже 70. На сегодняшний день такие украшения являются коллекционными ввиду своей хрупкости, это в первую очередь. И, конечно же, отыскать такие украшения, да еще и в идеальном состоянии, становится практически невозможно. У меня ушло полгода на то, чтобы собрать эту коллекцию. А поэтому эти маленькие произведения искусства ручной работы, несомненно, заслуживают нашего почтения и украсят любую коллекцию винтажных украшений. Все эти лоты будут выставлены на сайте в скором времени. Также вы можете написать мне в директ, и я вышлю вам более подробные фотографии.